водом заниматься, я не знаю. Ну что ж себя тут так строите? Осторожно. Здравствуйте, дорогие друзья. В Яндекс.Еду и лучше не ставите себя. По телефону одно говорят, а на деле другое нахер. Давай. Такой из них сейчас стрим сделаю. И чё? Да, на улице тепло у нас сегодня, плюс 17 градусов уже, 18. Привет, привет, кстати, я тебя только не заметила, просто на велосипеде. Вот у нас, дорогие друзья, здесь это вообще... Лучше всего, вот я попытался в Яндекс.Еду устроиться просто-напросто, подработать себе карманные деньги. Но там, вот по телефону одно говорили, от 140 рублей в час.
а на деле 100 рублей. Дальше от тебя все зависит. Что зависит, непонятно. Вообще. И сидит, лупает еще глазками нахер. Что я задаю вопрос, она говорит, ну вы же все видели. Я говорю, тебе что, трудно ответить, сука. Забодали уже, вот честно сказать. Отвечать, походу, им трудно. Лучше на Карасунскую 60 не идите устраиваться. Работа для лохов, походу. Просто, ребят, вот наш возраст идет, там вот от 16 лет до того, они на нас будут выезжать. У нас, да, на улице тепло очень сильно. Сейчас посмотрим. Где-то был тут градусник. Осторожненько. Можно? Спасибо. Ну, это вот город. Краснодар, улица Ставропольская у нас. Ну, дорогие друзья, у нас все убирают, все чистят, так, да, фиксировано. Стрижка не нужна вам, за минуту сделают. Подстригают, короче говоря. Ну, марафет наводят.
даже. Как туда реально зашел? Короче, ребят, больше не устраивайтесь просто в Яндекс эту еду. Это или походу посредники сидят себе бабки, гребут. Тебе сотку, а на сайте написано 230 рублей. Сидит, лупает глазами, скотина. Идиоты. И еще вы должны 6% переводить. Просто на сане ты 6% платишь одно и то же. Ты представь, парни, я буду зарабатывать. И еще 1200, да, платить? Мало того, что вот сколько? 2020 заработал, 1200 отдай. 18 800. Просто получается идиот. Вот идиота.
Осторожненько, осторожно. Осторожно! Идет в ушах ваты, походу, напихала. Кошмар, не люди, это ужас. Да, дела нормальные. Это Краснодар. Спасибо. Шопы тут буквально. Так, если ты забудешь зарабатывать 20 тысяч, допустим, в месяц, 6% налог, то есть у тебя получится 18 800.
опасно, все. Опасно, все. Это хорошо. Все, у нас все позеленело, как и весна. В этом году весна у нас началась запасно. Дождичек тут не обошел точно. Осторожненько, осторожненько, спасибо. Можно проехать? Спасибо. Thank you.
Yeah.